буду на коротком бруске просто для того, что надо сделать быстренько, и чтобы глобальные на такой площади ямы не появлялись, коротким будет достаточно. Are you listening? Damn. Yeah. 400 с мягкой проставкой машинка. Трехсоткой прошел, все прошел. А сейчас перед тем, как 500-ка идти, давай фокусируйся. Не хочет фокусироваться. Короче, пройду 800-кой. Вот тут ручки, вот эти вот ребра пройду. А чтобы потом 500-кой на машинке идти, ну и делать одинаковую риску, короче. Я и тут и машинкой потом пройду 500-ку, но сейчас вот куда залезу, потому что дальше буду лезть с кэшбрайтом. Стою просто замотаю тут. Ну и ручка тоже под окрас будет. Делается. Ну там скол какой-то. Скол, скол. Ничего мы не будем с этим сколом делать. Он внутри. Не хочу просто. Просто не хочу. А может не трухать затяну. Не знаю, потом посмотрим. Далее идем 500-кой, также просто.
нашел. Куда залез, там и замотовал. Ну, в резинку, короче, воткнулся сквозь брат, замотовал. Тут мне труха подтянул. Чтоб хоть не зияло. Тут тоже вот как открылась ручка, так там и все промотовалось. Вот это будет отклеиваться. Тоже заворачиваться. Тут еще стер чей-то. Ну, кто-то также не смог замотовать, поленился. И оттуда лак начал шелушиться. То есть, как смог, так и замок. В принципе, все. Может быть, покажу готовый вариант, если смогу снять его. Посчастливилось мне еще застать, точнее, машину. Хоть посмотреть, что я наделал. Это наделал, вроде даже все нормально. Единственное, что мне не нравится из того, что делалось, это где он там, где-то вот оно, где шпатля подсела. Ну, это не труха была. Вот. Ну, все остальное, но... Вот. Вот это вот шикарно. Не знаю, сполируется или нет, но вряд ли. В общем, такой результат продержится месяца, я думаю, два. Потом, ну, тут не просядет. Просядет вот тут, где тут, ну, толстая шпатлевалась. Потом ржавчина по торцу пойдет тут. И вот тут, где все было ржавым. То есть, есть два месяца, ну, максимум три в зимний сезон, чтобы это все продать. И все. Всем пока. Всем привет.